поступает мед уже, получается. Например, вы привезли мед, да? Сейчас мы получили вашу смесь. И смесь сюда идет сначала. Смесь сюда добавляем. Это у вас трубопровод. Вот вакуум. Через вот тут фильтр есть. А, вот он. Вот он через вакуум высасывается, проходит первую фильтрацию. Здесь есть влажность завышенная. А, он же и сушит. И сушит, да, уходит. И микробиологию он порядок приводит. Ну все, под давлением, все режимы, температурное давление, все в журнале зафиксируется. Потом вот вторая температура. Температура лишь делает 50. Фильтр номер 2. Здесь идет вторичная фильтрация. Через насос фильтрация идет. Поступает вот в эту емкость. Такая это уже тонкая чистка, да, получается, здесь у вас? Да, да. Подожди, давление вот тут у него, да? Вот он сюда поступает, где мы называем сборник. Сборная. Ага. Разные, вот он купажируется, тонна. Купажируется, охлаждается надо будет. Здесь идет процесс. Дальше идет. Вот он идет мед, вот отсюда вот добавляется затравка, например. Уже вот как бы для крема. Да, затравка, ну, да. Вот отсюда добавляется. Через вот тут стоит у нас диспергатор. Через диспергатор проходит. Я понял, как через смешивается. Через измельчаются кристаллы, через диспергатор проходит. Здесь еще насыщение. Когда мы видим, что красный мед, а вот здесь проходит уже белый мед. Из-за того, что насыщается. Вот он устройство кремовальное. Под вакуумом высасывается, ну мы можем крышку открыть, посмотреть. И здесь смотрим, и здесь как бы перемешивается. Час, полдня. Ну это по сути вот он где, вот здесь да, уже... Да, это вакуумный, кремирование идет здесь. Да, сначала получается вот диспергация, он здесь же его измельчает как бы. Да, гомогенизация вот это. Да, гомогенизация, да, 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 да. И здесь он уже вот добивает уже с этим, вот где... Нет воздуха. Да, как бы. И вот да. Где как раз хорошо. А ну, все-таки, вот да. Этот, у нас автоматы вот нифига себе. 7,5 киловатт. Да, да не, просто смотрю, мощность 7,5 киловатт. И серьезно. Вот здесь полуавтомат есть, разливаем ручкой. Это розы, да. И вот здесь подключили. Здесь холодная вода. Ну, рубашка же есть. Да, чтобы немножко охлаждение. Охладить, да. Ну до 14, вот с этим, представляете, мы не добиваемся. Да, ну нет, конечно. Это внизу. А вот эта линия то же самое, все то же самое, только кремовалки нету, там для жидкого меда. То же самое, распуск, через вакуум проходит фильтрацию, дальше еще одна фильтрация, и здесь собирается в емкость уже готовый жидкий мед на розлив. Это все этикетировочные аппараты. Ну это да, это да. Этот этикет. Вот это для мелкие порики по 10-15 грамм. Пока не работает. А сможете нам на услугах сделать? Ну, даже для себя не сможем сделать. Почему? Не работает какой-то. А, не работает? Да. И вот это, мойка у вас все происходит, да? Вот ну это, мойка, да. Замачиваем трубопроводы, все снимаем. Не, ну это понятно. Замачиваем. У нас Китай, Япония очень капризный. Моем. Ну, само собой. Кожа, плотный. Скажите, а вот рекристаллизацию у вас есть какая-то темная? Ну, комната теплая. Внизу есть, сейчас покажу, да. А этот сами...